Полицейские Чувашии задержали еще одного подозреваемого в серии мошенничеств. На счету злоумышленника как минимум 8 эпизодов преступной деятельности, и это только на территории нашей республики. Уроженец Самарской области действовал по классической схеме. Прислал ему смс-сообщение о том, что карта заблокирована. Ну, уже вводил заблокирование. Завладел реквизитами банковской карты и снимал денежные средства. После этого, как правило, он отключал телефон, а потерпевшие, веря на слово мнимому сотруднику банка, безуспешно пытались ему дозвониться. Сейчас устанавливается причастность задержанного к похожим фактам обмана.